Меня часто спрашивают, как я все успеваю, а я и половины не успеваю с того, что я хотела бы делать. У меня есть работа, дом, хобби и всего 24 часа в сутках. А хотела бы я попробовать все виды рукоделия. В моем арсенале уже есть шитье, вязание, вышивка, работа с кожей, глиной. Фриволите я занимаюсь постоянно, но при этом посещаю курсы и по другим техникам. Это помогает находить вдохновение и добавлять разнообразие в мои работы.